Всем привет! Это веганки. И сегодня мы хотим показать вам, как приготовить веганскую версию традиционного, очень старого советского салата мимоза. Мы уверены, что вам понравится эта версия, потому что, когда мы занимались доставкой веганской еды Монстера, мы получили очень много положительных отзывов именно на нашу вариацию. Давайте начнем. Разогреваем сковородку и растительное масло в ней, добавляем соевые кусочки и начинаем их обжаривать. Добавляем черный перец и соевый соус. Хорошенько перемешиваем и потом уже измельчаем блендером до состояния вот такого пюре. А сегодня нам будет помогать вот такой помощник. Нарезаем красный лук и добавляем к перемолотым соевым кусочкам. Теперь добавляем водоросли нори для придания морского вкуса и аромата. Кусочки вы можете либо вручную измельчать, либо размолоть в кофемолке, удобным для вас способом. Тофик любит нори в любом виде. Теперь добавляем постный майонез и еще немного перца. Хорошенько размешиваем, чтобы получилась у нас однородная масса. Может, еще майонезика? Давай, давай. Теперь переходим к приготовлению желтка, которым мы будем посыпать салат. Для этого измельчаем тофу в крошку вот такую и обжариваем на разогретом растительном масле. Когда тофу чуть-чуть подсолотится, добавляем соевый соус и куркуму с черным перцем. Тофу выключаем и посыпаем черной индийской солью. Первым слоем выкладываем не рыбную начинку, затем натираем картофель, добавляем черный перец, соль и хорошенько перемешиваем. Теперь выкладываем картофельный слой и разравниваем. Далее промазываем этот слой майонезиком, можете использовать как можно больше, и затем натираем отварную морковку на следующий слой. Утрамбовываем морковь и также смазываем майонезиком. Сформированные слои посыпаем тофу, хорошенько разравниваем и добавляем зелень по вкусу. Можно сказать, салат готов, вы можете убрать его, настояться в холодильник на несколько часов. Салат мимоза готов, будем пробовать. Давай. Ну как пробовать? Ну да, как пробовать, мы уже 1000 раз его пробовали. Блин, не знаю, я готова питаться вот этой вот именно прослойкой, не тунцовой, соевой, просто бесконечно. С ней офигенные рецепты, можно делать крошкой картошки, на моем личном канале есть рецепт. В общем, очень классный, действительно морской вкус. И сам по себе он очень сочный, а в сочетании с остальными ингредиентами, с майонезиком, получается вообще офигенно. Вообще, вот этот вот тунцовый салат, это любимый салат моей мамы, моего брата, то есть они прям обожают его есть и всегда съедали его быстрее меня, мне приходилось от них прятать и говорить, не ешьте только этот салат, обязательно попробуйте именно эту версию мимозы и точно вам понравится. Мы надеемся. Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал. Первый день постного марафона прошел, впереди еще целых 39 дней. Поддерживайте нас, распространяйте это видео и увидимся дальше. Пока! Пока!